Веселый масленичный праздник также был организован для жителей микрорайона Эковидное. Многочисленные семьи с детьми вышли на площадку между домами 4 и 5 проводить зиму. Для всех собравшихся прямо на их глазах выпекали блины, за которыми тут же выстраивалась приличная очередь. Мероприятие было организовано детским клубом «Растишка» при участии управляющей компании. Сегодня мы празднуем масленицу, провожаем зиму, встречаем весну. Печем блины, кушаем. Детки у нас будут выступать, творческие коллективы, клубы «Растишки», жители окрестных домов покажут то, что они умеют. Конкурсы, различные аттракционы, музыка. Дети с удовольствием ели сладкую вату и прыгали на батуте. Маленькие скалолазы совершенно без страха соревновались в том, кто быстрее покорит надувную скалу. Мне кажется, организовано все очень хорошо. Много развлечений для детей и детям. Это очень, по-моему, нравится. Замечательный праздник. Отлично, замечательная погода. Масленица. С внучкой вышли гулять. Стоит отметить, что это уже не первый праздник, организованный для жителей новостроек Видного. Микрорайон развивается, люди заселяются, и подобные мероприятия позволяют им всем познакомиться. В век компьютерных технологий дети сидят дома, дети не выходят на улицу. А вот такие праздники их объединяют и обязательно сплачивают. Они общаться должны, а не сидеть у себя дома в компьютерах. Поэтому это необходимость нашего времени в первую очередь сейчас. Многие из пришедших на праздник фотографировались с чучелом масленицы, символизирующим зиму. На память, ведь весна по календарю наступит уже послезавтра.